Чебоксары для меня стали родным городом. Я, живя в деревне в 70-е годы, приезжал на спектакли. Тогда был Чувашский музыкально-драматический театр. И спектакли особенно музыкального театра, оперы, ну, на меня показывали очень сильное влияние. То есть для меня было это как чудо какое-то. А потом Чебоксары в процессе жизни, скажем так, ну, абсолютно родной город. Самое главное, мне кажется, что мне нравится в Чебоксарах, это люди. Это не я один отмечаю, когда приезжают в филармонию артисты из Москвы, все отмечают вот, доброжелательность людей, искренность. Вот доброта исходит от чебоксарцев. И, конечно, мне очень сильно нравится, что город очень динамично развивается. Наверное, Чебоксары и в 60-е годы были красивым городом. Не зря очень много песен сложено про Чебоксары, про чебоксарские липы, про чебоксарскую набережную. Ну, конечно, на всю страну сейчас стал известен наш Чебоксарский залив. Он не зря получил государственную премию России. И нравится то, что вот это все на месте не стоит, а дальше улучшается. Вот в последние годы набережная Волги очень красивая набережная. И летом, и зимой очень много народу гуляет. Я сам каждый день гуляю по набережной. Конечно, это вот эта красота, она помогает и в сочинении музыки. И я счастлив, что вот жизнь свою связал с музыкой. Для меня это самое большое удовольствие в жизни. И вот окружающая красота и люди, они как раз помогают в сочинении новых песен, новых произведений. Когда я закончил консерваторию, уже начиная вот писать чувашскую музыку, в Чебоксары они как-то меня все больше втягивали в себя. И я, мне интересно, когда я, допустим, долго бываю в каких-то других городах, думаю, чего-то мне не хватает. Потом понимаю, что не хватает, люди ко мне не подходят с советами, говорят спасибо. Вот это дает такой положительный заряд, что каждый день кто-то подходит, просто так говорят спасибо. И это дает силы на дальнейшее творчество. А в других местах, конечно, вот этого всего нету. Поэтому Чебоксары – это для меня лучший город на Земле.